турецком отеле Port Nature, один из а-ля-карт ресторанов, в который не требуется записи, находится на территории отеля, напротив сцены анимации. За ним еще расположен носибар, висок-бар. Вот так вот выглядит зал этого ресторана. Нужно сказать, что гостей здесь бывает поменьше, чем на а-ля-карт ресторане, который расположен на пляже. Ну, видимо, не лень идти в жару людям сюда, в этот ресторан. Несколько раз сюда ходили, нам понравилось. Есть у них собственный бар. Здесь можете или официанту заказать напиток, или сами подойти, это не проблематично. В описании ролика там есть ссылочка у меня на плейлист, где собраны все мои ролики об этом отеле. Приходите, смотрите, кому интересно. Если есть вопросы, задавайте, с удовольствием я вам буду отвечать. Интервьюйте персонал, у них всегда такой приветливый, ручкой помашет, поулыбается, там шуточки пошутит на русском языке. Очень много тут персонала разговаривает на русском языке. То есть удобно для общения. Есть вот холодильники у них, тут вкусняшки они хранят, фрукты и салаты. Вторая часть ресторана All Day, она отведена для деток. Он так и называется, мини-клаб а-ля карт. У них тут соответствующий такой вот антуражик, облака из ваты, домики. Соответствующая мебель. Маленькие пуфики, стульчики, столики. Вот есть столики на несколько человек, есть на пару человек. Если зал небольшой в основном ресторане, ну и здесь я видел, что часто папа, мама приходили со своими детками, чтобы покушать. Потому что вот этот ресторан, он именно вот а-ля карт, у них есть собственное меню. Сейчас я вам попытаюсь показать, как оно выглядит. Ну, тут у них тут как бы распределено завтрак, обед и вечернее меню. Ну, вы придите своими детками, посмотрите или попробуйте. Если вас устроит это самое данное меню, можно приходить сюда каждый день. Не устроит, значит, можно идти в основной ресторан и там уже выбирать. Но там суета все-таки, народу много. Здесь более так удобно, спокойно. Ну, место нужно, правда, выбирать так, чтобы у вас был вентилятор. Есть у них холодильнички тут с детским питанием. Также у ресторана All Day есть столы на лужайке. Здесь можно завтракать, обедать, ужинать. Ну, завтракать, ужинать в то время, когда мы были, и на улице было плюс 48, возможно. Ну и так вот выглядит меню ресторана All Day. Выбор блюд достаточно разнообразный. То есть мы приходили несколько раз сюда, и всегда мы выбирали себе то, что нам нравилось, что нам хотелось покушать, попробовать. Советик такой, если будете здесь брать пиво, сразу требуйте стакан, потому что они приносят пиво в бутылках, и пить из бутылки как-то неудобно. А заказы принимают быстро. Только вы сели, сразу подходит официант, спрашивает, что вы будете кушать. Ну и вот примерно так выглядит блюдо, которое мы брали в этом ресторане, чтобы покушать. Я вам рекомендую, загляните, посмотрите, попробуйте.